Если не понравится, может не отвечать. Я помню, кстати, передачу, которую мы упоминали в самом начале, про по вопросу взрослому. Вы там отказывались отвечать на очень многие вопросы. Не на многие, а на один. Не буду с вами спорить. Правда? Не буду спорить, но... Вы очень уклончиво отвечали на другие вопросы, на которые можно было бы ответить. Ну, знаете, если мне не нравится вопрос, то я и... Правильно. Я отвечаю уклончиво. Если вы на любой вопрос можете, на любой из трех смело можете не отвечать. Потому если что я считаю, что это хотите, тоже... Вы не хотите, чтобы я отвечала уклончиво? Я правильно вас поняла? Вы знаете, мне так нравится все, что вы делаете, поэтому как бы вы ни ответили, уклончиво, не уклончиво, мне все равно понравится. Поэтому... Это важно, да, чтобы вам понравилось? А для меня, да. Конечно. Значит, я тупая вот в этом смысле. Карт не знаю, не понимаю ничего. Нет, вы вытаскиваете камешек. Камешек. Да. Вот, это камешек голубого цвета. Теперь вы вытаскиваете голубую карточку. А вот то, что первая лежит? Тоже голубая, да. Да. Нет, перевернуть, назад неправильно. А, вот. Да. Это мы можем вам отбить? Да, это драгоценно. Так. Вы правда верите, что ваша карьера успешна? Ой, какой вопрос вообще не... Как он вам? Если бы человек, который подготовил эти вопросы, понимал, что вы будете на него отвечать, то он бы просто провалился бы сюда, мне кажется, в этот момент. Потому что это совершенно вопрос из разряда риторических. Ваша карьера успешна, и вы сами не можете считать это. Да, нет, тем не менее, вы давайте как-то получил, что я за вас ответил. Вы считаете, что ваша карьера успешна? Она, конечно, успешна. Ну, вы знаете, и за день до смерти можно чего-нибудь сделать такое, что вся весь ваш успех окажется ничем. Я на самом деле считаю, что мы сейчас говорили про карьеру актрисы. А ведь еще я считаю, что очень важно, у каждой женщины есть карьера женщины. А карьера женщины – это ее муж, которого она делает. Потому что, ну, известно, да, что за спиной каждого великого человека. И, конечно, дети. Вы мужа сделали, и дочку считаете совершенно замечательной. Ну, значит, мы с вами соглашаемся, что абсолютно, успешно. Да. Спасибо большое. Да. Следующий. Следующий, то есть тот вы положили обратно сюда, да? Нет. А, я его отложил в ту ногу. Нет, камешек. Камешек туда же, да. Камешек. Красный. Это вот... Любимый. Ну да, потому что ну, такие вопросы бывают. Да. Ну, можете, опять же, можете не отвечать. Откровенный вопрос. Вы когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Никогда. Да, даже в тот период, когда вам пришлось разбежаться. Ну что, вы разве за денег разбегаете? Ну, мы же говорили, что это забыто. Быть это не деньги. Вы несколько раз в разных интервью говорили, что вы были не просто неимущими, что вы были нищими. Это правда. Но я всегда знала, что это ненадолго. Я всегда знала, что он талантлив, что обязательно все получится, что все будет хорошо. Деньги не имеют никакого значения. Я считаю, что никогда. Ну что вы, никогда в жизни. То есть милым рай в шалаше. Да. Правда, я так считаю? Хорошо, нет, очень вот. Хорошо. Но если нет шалаша, а есть маленький ребенок, а шалаша все нет и нет. И дело не в том, что он должен. Почему он? Совсем нет. Нет, никогда, говорю, абсолютно искренне. Последний вопрос. Красный камешек обратно туда. Отправлю, да. Да. Это желтый, да. Это нелегкий вопрос. Вопрос нелегкий. Ну, так они называются. Нелегкие. Легкие вопросы, да. Из неловких. Но случалось засыпать на спектакле в кино? На спектакле или в кино? Почему же неловкий? Да, случалось, потому что это дико скучно. Когда что все искусства хороши, кроме скучного, то это тот самый случай. Да, случалось. А вам случалось видеть, чтобы люди засыпали на спектакле? Случалось. На вашем спектакле? Да. На первом ряду сидел и храпел мужик. Так какой-то был ужас. И не все сразу страшно перепугались и подумали, что... Или он очень устал, или это до той степени скучно. Потом, когда проходит время, и ты долго работаешь, что ты понимаешь, что и люди приходят разные, и устать мог человек, и действительно, и не нравится ему, может, и все что угодно. Жизнь вообще многообразна.
Меня этому научила моя жизнь, что она так многообразна, что я ни к чему не отношусь с каким-то осуждением. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».